Всех приветствую на своем канале. Сегодня хотел бы сделать маленький видеообзор вот такого швейного метра из Китая. Сейчас его распакую. Покажу, как он выглядит. С двух сторон он обклеен такой вот пленкой. И посередине имеет кнопочку. Эта кнопочка подпружинена и служит для того, чтобы мы данный метр сворачивали посредством нажатия на данную кнопочку. Сейчас я попробую размотать. С одной стороны указаны дюймы 2,54 сантиметра, 1 дюйм равен, но с другой стороны расположена шкала в сантиметрах. Всего здесь 150 сантиметров. Вот мы вот так его раскрываем. Вот, и при нажатии на данную кнопочку он сворачивается. Пока пружина исправна, он хорошо выполняет свою задачу. Всем огромное спасибо за просмотр данного видео.